Всем привет, меня зовут Канышай. Я учусь в Diablo Valley College в Калифорнии, в Сан-Франциско. Это мой первый год, я вот прилетела на каникулы. Я учусь на специальности Biological Sciences, но в дальнейшем я планирую поменять ее и перейти на что-то более узкое, как биоинженерия или генетика, вот, что-то связанное с медициной. С Global Compass я знакома очень давно. Я тут волонтерила в 8 классе, и мне всегда нравился их подход к студентам. И вот в классе 10 я уже попросила помощи сама, как студентка, в поступлении. Мы рассматривали очень много университетов, но всегда ориентировались на Соединенные Штаты. И изначально мы подавали в университеты, мы подали вроде как в 6 университетов. Мне очень помогли с документами, с визой. Также по визе вообще был полный разбор вопросов, то есть подготовка. Америка, я могу сказать, что она очень разная. Она необъятная, интересная, сложная. В общем, наверное, как я и представляла ее. Мне нравится в Америке то, что я там чувствую себя как дома, как будто я там, где надо. Наверное, поменьше стресса, потому что звучит это страшно и иногда местами невозможно, но все реально. И, наверное, больше изучать все-таки, потому что очень много деталей, которые до конца не раскрыты. Но они есть. Есть на сайтах университетов, в общем, в соцсетях, и побольше просто изучать. Спасибо, желаю вам удачи. Спасибо большое.